Андроид бомж. Привет, в эфире Android Bomb. Сегодня мы рассматриваем новую, буквально появившуюся вчера игру Hill Climb Racing 2. Что касается этой игры, в отличие от предыдущей версии, она в основном требует игры онлайн. Если вы не подключены к сети, то, к сожалению, вы не сможете играть в игру, поскольку здесь в основном предусмотрены гонки, гонки онлайн с спортсменами со всего мира, соотечественниками и тому подобными. Эта игра, я напоминаю, появилась лишь вчера, поэтому она относительно молодая. Здесь еще не так много пользователей, и вы всегда можете стать легендой. Вот, поэтому скачивайте эту игру как можно быстрее. Что касается отличий от предыдущей версии, где в основном была 2D-графика, здесь уже присутствуют 3D-элементы. Ну а так в основном та же потрясная физика, графика, ну и в общем то, за что вы полюбили эту игру и можете залипать в нее вечно. Офлайн тоже есть категория, называется «Приключения», где, ну, как и в первой части, просто ездим и ставим рекорды, зарабатываем монетки. Вот. Ну, на эти монетки уже, как вы знаете, мы амортизируем наше транспортное средство, покупаем новое, улучшаем старое. Вот. И обгоняем теперь гонщиков со всего мира. Если вам нравится это видео и нравится эта игра, всегда скачивайте, ставьте лайк. И если что, пишите в комменты. С вами был Android Бомж. Удачки вам, играйте только в любимые игры.